3, 2, 1. Бонасейра, сеньоры, сеньориты, бенвенуты на канал Арман Буранбай. И сегодня я нахожусь на поле ФШМ, что близ Акимата Джатысуйского района. Сегодня тренера, ассоциация тренеров, возможно, я не знаю, честно говоря, еще не разобрался. Сегодня проводят здесь турнир. Турнир между командами. Сегодня команда ФШМ сразится вновь с командой ФСА. Пожелаем им удачи. Обеим командам пожелаем удачи. Вот. Данный турнир приурочен к Наурызу. Так что Наурыз кутты болсын. Вот он решил. Хорошо, что мы на такие ворота играем. Приветствую. Болей. Компактно играйте, Петя, внимательно. Отдать должен. Дима! Дима! Прими! Дима, из корпуса левый! Пар, шире! Пар! Иди! Иди! Иди!
Хорошо. Шире. Вот так. Хорош, Дима! Не стой, я давай двигаться! Помочь! Помочь! Хорош, Глеб! Работай, Глеб! Сам, вот так! Глеб, откройся шире! Глеб! Глеб, шире! Шире, сам иди! Сам! Глеб, 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 иди, иди, шире! Вот! Кориш! Иди, Глеб, убегай! Убегай, Глеб! Хорошо, умничка! Глеб, открой! Руки, 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 руки. Хороший, Лев. Хороший, Лев. Хороший,
Buena, buena. Лека, пойдем! Лека! Давай, Дима! Хорош! Иди! Дали! Дима! Дима! Ну помахать он! Вот, все! Хорошо, играй так! Пять минут здесь уже играй! Оля, Оля, где? Пошел наоборот, ты на его позицию сюда.
Паспет! Наконец-то! С третьего раза, да, заколотил так. Итак, уважаемые болельщики футбола, закончен первый тайм со счетом 6-0. Ведет команда ФШМ. Какой счет? 6-0. 5-0 или 6-0? 6-0, да? Все, 6-0. Итак, сейчас будет отчитывать своих подопечных тренер ФСА. Это наш Димаш Фирмаш. Здесь дает ЦУ наш тренер. Братан, что у меня делать? Пашка, прежде чем дать, передать, посмотри в защите. Да, быстренько, я ему дай. Хорошо? Когда туда на фланге? Заливать это. Тебя никто не прессингует. Мяч, придержи. Статус яхты в рынке. Салкой у нас сюда. Угу. Поджимать. Прессинга. А, я мне их так алды. Разворот, туда. Давай,
хорошо, бля, правильно, план грузи. Хорош, внимательней. Бека, пойдем. Бека, пойдем. Вот так, выжидай. Пошли его, Глеб. Центр открой там, а. Ну, Дима, быстрее. Вот здесь. Все, хорош, молодцы. Пойдем! Yeah.
Вилла, остановись! Вилла! Вилла! Пойдем! Есть напад, полу играйте, кто у меня там, оборот. А как прошел, Бах? Нажимай, Глеб! До конца! И Али, вот здесь, молодец! Быстрее! Под него! Аккуратно! Хорош, Пашка! Аккуратней, Паш! Давай, Паш, давай! Вынеси на аут, вынеси на аут! Все! Бека, пойдем! Бека! Трынь! Бека, иди! Бека, пойдем, быстрее, быстрее! Опорная зона! Димаш, план! Зачем? Борис, где там? Поборись! Аминь!
Петька, можешь? Хорошо. Вот так и... Отходим, отходим. Все, ручки пожали. Вставай, Пашка. Нормально ты? Вставай, пошел. Нормально, ничего страшного. Что, ты встать не можешь? Пашка, будь сильный. Молодцы, пацаны, хорошо держались. Не расстраивайтесь, самое главное. Ай да, молодцы. Итак, уважаемые дамы и господа, ladies and gentlemen, закончен товарищеский матч между командой ФШМ и ФСА со счетом... Какой счет? 6-1. 6-1 практически на последней минуте у команды ФСА получилось заколотить одного круглого. Ну или Павел по-джентльменски решил пропустить этот гол, дабы не оскорблять наших гостей. Итак, уважаемые дамы и господа, оставайтесь на нашем канале, и мы будем продолжать наш репортаж.